Добрый день! Рада всех приветствовать на своем канале. У нас сейчас начало только наступившего Нового года, но, как говорится, да, садоводы, огородники, цветоводы никак не могут остановиться даже в январе месяце, и уже хочется приступить к посевам, к посадкам. Кто-то уже приступил к посевам и к посадкам в конце уже ушедшего года, там в ноябре, в декабре. Цветоводы сеяли цветы, которым нужно длительный срок роста, там те же эустомы, например, кто-то сеял уже там семена, которые требуют стратификации, но я пока вот не начинала сеять, и вот сейчас хочу приступить в новом году к новым посевам. У меня вот пришли семена нового для меня цветка, это семена прострела. Я на своем канале как-то показывала несколько лет назад, пыталась покупать вот эти цветочки уже, ну как, корневищем, уже цветущие. У нас на рынке бабушки там их продавали, очень красивые. У меня были двух окрасок, но, к сожалению, эти цветы, они отцвели, и на следующий год они у меня не вышли из зимы. Ну, возможно, они пропали в течение нашего жаркого лета. И вот я все-таки не оставляю надежду, и ну, мне очень хочется их завести у себя в саду. На просторах интернета я нашла продавцов, которые вот эти цветы прострел продают семенами, и решила попробовать у себя вырастить этот цветок, и очень надеюсь, что из семян они у меня приживутся. Выписывала я, получается, 6 сортов, и вот один сорт, ну, один пакетик мне положили в подарок. Семена прострела, вот хочу вам показать. Вот такие, посмотрите, вблизи они с такими вот, ну как, с отросточками, можно так выразиться. Вот такие мохнатенькие, очень-очень интересные. Ну, их можно сеять и вот с этими отросточками, но для своего удобства я взяла уже вот один пакетик. Здесь получается у меня 6 сортов разных. Я взяла вот эти ости у семян, просто обрезала, ну, маленькими маникюрными ножницами. И буду сеять их вот такими уже в таком виде, без вот этих длинных отросточков, как говорится. Так, это вот у меня номер первый. Надо будет посмотреть, какого цвета, что там я покупала. Уже не припомню, какого это цвета будет. Вот такие семена, достаточно крупные. Что я читала, что смотрела про выращивание прострелов из семян и чем могу поделиться с вами. Ну, выращивать из семян достаточно как бы сложно этот цветок. Ну вот не знаю, по крайней мере так вот рассказывали там в интернете. Этот цветок не любит пересадку, то есть нужно у них у прострела длинный такой стержневой корень, и он очень-очень, ну, как плохо реагирует на пересадку. Ну, думаю, что или надо сеять вот каждое семечко в отдельную емкость, такую, чтобы можно было, ну, в достаточно высокую, чтобы корешок хорошо развивался, или сеять. Ну вот, я хочу посеять, смотрите, вот такая у меня пластиковая емкость, пластиковый контейнер. Вот об этих емкостях я уже у себя на канале рассказывала. Мне вот
Они очень нравятся. И я хочу посеять каждый сорт вот в такой контейнер. И потом уже буду аккуратно, ну, как бы переваливать, наверное, уже на улицу. Пикировать я не планирую. Сейчас вот я, ну, так реденько разложу семена и оставлю в этом контейнере до того момента, пока нельзя будет высадить эти мои растения, если, конечно, они взойдут, а я очень на это надеюсь, высадить на улицу. По поводу грунта тоже смотрела советы. Семена прострела не любят, когда их сеют в торф. Желательно, ну, такая, чтобы питательный был грунт, цветочный уже готовый. Я приобрела готовый грунт, который, ну, вот раньше я его всегда брала. Неплохой это, если я не ошибаюсь, он называется, по-моему, Терравита. Здесь он уже, посмотрите, смешанный с перлитом. Пролила горячей водой, и еще потом сверху вы можете пролить или горячей водой, там, ну, там с марганцовкой, что у вас есть, для того, чтобы этот грунт обеззаразить, потому что прострелы, они, ну, такие чувствительные, ну, по крайней мере, вот говорю, еще раз повторюсь, как вот то, что информация, которую я нашла. И потом я хочу, вот у меня здесь уже разведен флакончик, вода с фитоспорином. Вот я разложу семена и сверху обработаю это все фитоспорином. Семена прострела закапывать ни в коем случае не, ну, как не рекомендуется, нельзя. Нужно аккуратненько семена разложить по поверхности грунта, не присыпая, и поставить в такое, в теплое, в светлое место для прорастания. Семена прострела прорастает на свету. Он, этот цветочек, такой как бы тугодум, в течение, ну, где-то, наверное, 20-25 дней, если все нормально, должны появиться всходы. Ну, сейчас вот я посею эти семена, и будем, наверное, вместе с вами потом наблюдать, что же у меня получится вот из этой моей затеи, то есть выращивание прострела и семян. Вот я пользуюсь, можно вот таким пинцетом, можно брать, как-то я сеяла тоже зубочисткой, мочите зубочистку и аккуратненько как бы поддеваете семена и раскладываете по поверхности грунта. Вот я сейчас разложу их, ну, на расстоянии, наверное, где-то, может быть, сантиметр, для того, чтобы они, ну, чтобы их потом не пикировать, чтобы они могли нормально развиваться. Еще смотрела ролики, где специалисты рассказывали, как они там сеют эти семена прострела. Что интересно, вот эти ости, ну, длинные вот эти палочки у семян, когда начинаешь вот их разложишь и начинаешь их поливать, эти ости помогают этим семенам, они как-то начинают раскручиваться и помогают семенам потихонечку вбуравливаться, как говорится, в землю. Ну, я, ну, мне не очень хочется вот сеять вот с этими веточками. Во-первых, это будет занимать, ну, место, я так думаю, да, и во-вторых, ну, больше емкость, наверное, нужна для того, чтобы посеять вот с этими остями семена. А здесь вот я вижу, как я их раскладываю, и мне ничего не мешает. Поэтому вот такой у меня сегодня посадочный день. Ну, сейчас закончу и покажу, что получилось. Так, ну вот посмотрите, что у меня вышло. Вот я разложила семена, говорю, да, удобно их сеять, они такие крупные, хорошие. И сейчас вот я аккуратненько прям их
сверху, хорошо смочу водой с фитоспорином для избежания гнили. В емкости у меня сделаны на дне отверстия для того, чтобы лишняя вода, лишняя влага ушла. Поэтому я вот так хорошо сейчас смочу, немножко подправлю те семена, которые я напором с опрыскивателя немножко сдвинула. Так, вот они. И все, накрою сверху. Можно накрыть крышечкой вот от такого, от этого контейнера. У меня вот есть они. Вот, например, я сейчас вот так могу накрыть, да, и подписать, что там. Это у меня прострел, там, ну, сорт номер там один. Для того, чтобы хотя бы знать, что взошло, что не взошло. И поставлю на светлое, теплое место для прорастания. Будем наблюдать. Всем спасибо за внимание. Всем добра, здоровья, удачи. До свидания.